Ну, я думаю, что рынки в Москве были лет 500, нет, больше даже, да. Рынки в Москве существуют с момента ее основания, уж лет 500-то точно. Я думаю, при всех регулированиях они, конечно, останутся. Но необходимо, конечно, регулирование ситуации на них. И последний случай с избиением полицейского средь бела дня кастетом на Матвеевском рынке, он показывает, что это регулирование должно быть достаточно жестким. Мы видим серьезную и заметную реакцию властей сейчас на проблему миграции. Вот. Я думаю, что в будущем эта работа будет системной, и на рынках будут оставаться только торговцы, а криминальные элементы будут постепенно, так сказать, вымываться из их жизни, из их, так сказать, быта. В всяком случае, я уверен, что при том внимании, которое мы сейчас наблюдаем к безопасности на рынках и к внутренней безопасности в правоохранительных органах Москвы, я думаю, что такие сюжеты, как жестокое избиение полицейского на Матвеевском рынке, оно станет невозможным в ближайшее время.